Система 112 установлена во всех 9 дежурных частях МО МВД России Люберецкая. 75 сотрудников полиции обучались работе с системой на базе районной администрации. В скором времени государственные сертификаты получат еще 21 человек. Все сотрудники, которые стоят в штате дежурных частей, прошли обучение. Обучение они прошли в городе Звенигороде. Там у нас центральный офис, где проходит обучение данных сотрудников. Получили специальные свидетельства, дипломы, которые дают им право работать в данной системе. Во второй половине 2015 года в рамках работы системы 112 во все отделы Люберецкого управления МВД поступило более 8000 сообщений. В этом году только в январе их 1300, а это 31% от общего числа звонков. Намного удобнее стало работать в плане того, что поступления происшествий бывают различные. И бывает, соответственно, звонит гражданин, он заявляет о каком-то своем проблемном вопросе. Мы выезжаем, пока мы доедем, пока мы посмотрим, пока мы разберемся. Возможность необходимого выезда также скорой помощи, возможность также выезда пожарной бригады. Все это делает колл-центр. 233 уголовных дела раскрыли полицейские в январе 2016 года. И это во многом благодаря оперативной работе Единой службы спасения. Многие жители района продолжают по старинке набирать знакомые цифры 02. Однако, по прогнозам полицейских, в скором будущем звонков на номер 112 будет поступать все больше. Наталья Григорьева, Кирилл Евгеньев, Люберецкое районное телевидение.